Всем привет! Мы на 12 уроке по Jenkins. На этом уроке я вам покажу полный процесс деплоймента из Jenkins в AWS Elastic Beanstalk. Насчет важности, можно сказать, этого урока. То есть написано здесь. Я при приеме на работу на DevOps инженера вам очень часто, практически в принципе всегда, но мне так вышло, давали эти, как его, всякие задания сделать там. Deployment туда, deployment сюда, сделай нам это, сделай нам то. В общем, часто несколько вещей сразу дают, как бы. И на две работы мне дали похожие очень вещи. Ну, в принципе, они всегда все похожие. Нужно было сделать deployment в AWS просто, как бы. Можно его было сделать просто так, как мы уже делали, в принципе, там, как говорится, элементарно Jenkins, и видели там через это SSH-ключи, мы какой-то плагин, вот этот SSH-deploy, готово. Ну, я не делал это, я делал другое, я делал в Elastic Beanstalk. Это намного круче, потому что Elastic Beanstalk используется очень многими компаниями, в продакшене. Это очень крутая вещь, и, в общем, этот пример, который я вам сейчас покажу, он полностью крутой, как говорится, полностью рабочий. И я его использовал на двух своих заданиях. И в эти обе в компании я был принят. И в Израиле, и в Канаде. В общем, пример очень, кстати, простой. Я вам сейчас, ну, сейчас увидите, это очень серьезно. На самом деле, очень все просто там. Ни одной строчки кода даже не надо писать. Конечно, он такой простенький, как бы. Но он простенький, но при этом полностью рабочий, идеальный. И Red, Green, Blue Deployment, Zero Downtime, как говорится. Это deployment, обновление версий вашей аппликации в клауд, в Амазоне. Без всяких, опять же, Zero Downtime. То есть нет никакого даунтайма. Все обновляется идеально. В общем, все супер-пупер. Что-то не обновляется, это все делается роллбэк автоматически. В общем, это классная штукенция, я вам покажу, насколько легко все настраивается, на самом деле, когда знаешь, конечно, опять же, когда знаешь, это делается, легко все настраивается. Когда не знаешь, берет чуть ли не там целый день на это дело. В общем, поехали. Что мы будем делать? Первое, что мы создадим, я вам покажу полный пример. То есть, даже если вы не знаете AWS, я вам покажу, как даже в Амазоне все это создать. Как бы так, вкратце, по-быстренькому. Кто-то хочет разобраться с AWS побольше, у меня есть целые курсы по AWS. И там, кстати, я про Elastic Beanstalk очень хорошо, подробно, есть два урока, подробно рассказываю. Очень подробно. В общем, мы сделаем Elastic Beanstalk Environment такой в Амазоне, в котором будет сколько-то серверов, неважно абсолютно, от одного до хоть безграничное почти количество. В общем, ну, чтобы было highly available, наше это приложение было высокодоступное, если вдруг один там у нас заваливается сервер, у нас есть другие сервера. В общем, мы сделаем такое. Как мы будем делать deployment? Автоматически, как мы, в принципе, и делали. Полную автоматизацию сделаем. Кто-то, программист, делает merge или там push в мастер GitHub. GitHub делает триггер на Jenkins. Jenkins запускает build compile и делает deploy в наш Elastic Beanstalk. Elastic Beanstalk обновляется с новой версией нашего приложения. В принципе, все очень просто. Поэтому мы начнем с вами сейчас. Сначала сделаем Elastic Beanstalk Environment. Сделаем юзера для нашего Jenkins, чтобы Jenkins был доступ вообще в Amazon. И обновлять вообще что-то. Нужно ему юзер сделать и credential сделать. И все, после этого мы с вами забацаем этот GitHub, закинем туда нашу программку, код. И настроим Jenkins Job, в принципе, да. Jenkins Job очень-очень простой. Вы просто не поверите, какой Jenkins Job. Наверное, один из самых простых, которых мы вообще делали, выйдет. Серьезно. Ладно, все, поехали. Итак, продолжаем. Это наш Jenkins, переходим в AWS. В общем, если у вас есть аккаунт, очень хорошо, если нет, то откройте аккаунт. В общем, когда вы в AWS, вы примерно вот на такую вещь. Выбираем регион, давайте делать все в Ohio. Потому что у меня тут ничего нет, никаких серверов не бежит. Супер, теперь переходим в Elastic Beanstalk. Elastic Beanstalk. Ничего у меня нет, get started. Как назовем наш application? Не знаю, давайте напишем Jenkins App. Да, Jenkins App. Платформа. И на каком языке у нас наша аппликация? Наша аппликация будет на PHP. Пример. И можно добавить сразу наш код, если у вас есть в zip формате.
А можно их не использовать, сэмпл, они такой свой пример закинут. Все, в принципе, можно назвать только create application, все готово. Ну, мы хотим сделать все же, чтобы это дело было и профессиональном уровне, поэтому нужно нажать configure more option, чтобы добавить еще. Кстати, пусть sample application будет, почему? Они как бы поставят свою аппликацию, а мы потом с Jenkins будем обновлять ее. В принципе, наша, которую аппликацию мы будем делать, это та же ихняя sample, только немножко измененная, там цвет будет менять, что-нибудь такое. В общем, нажимаем configure more options. И здесь делаем highly available, не low cost, делаем как надо. Highly available, что мы меняем, что мы меняем. Давайте вот здесь меняем. Capacity, минимум, чтобы было 2 сервера, максимум 4. Бла-бла-бла, этот как его, и scaling trigger, можно тоже сделать сразу, круто, как бы вообще, это в процентах. Здесь делается 80. Здесь, допустим, 20. Это если вдруг нужно повысить количество серверов до 2, до 4, до 3, до 4, если load увеличивается, в общем, это сделаем на CPU. В общем, все готово, сохраняем. Rolling updates and deployment. Это важная вещь, тоже обновим ее. И все заменять сервера сразу, если вдруг, то есть, ну, обновления не, мы будем делать rolling update, чтобы он заменял по одному, как говорится. Здесь можно ничего не менять, в принципе. Rolling update type, rolling based on health можно поставить. И все, уж ничего не меняем. Так как роллинг апдейт это лучше, чем all in one. All in one он сразу же все сервера обновляет, а вдруг загнется, и у вас downtime будет. А роллинг это по одному он будет делать. И вот вы можете сколько, как говорится, по сколько штучек делать. Или вот можно fix it one instance at time. То есть по одному серверу все лишь обновлять. Один обновился, если все с ним хорошо, только тогда продолжать на следующий. Если не хорошо, то уже все, ничего не надо делать. Save. Что нам еще нужно делать? И все, в принципе, да, все, в принципе, все. И все, то есть мы изменили с вами capacity, то есть изменили на 2, и там это как его, auto-scaling сделали, и поменяли с вами rolling updates, и все, больше ничего не надо делать. Заходим вниз, create app. Все, все остальное сейчас делает Amazon. Он сейчас нам создаст environment целый, который типа называется уже Jenkins app, и в нем environment, Jenkins app environment. И супер, останется только подождать, он поднимет сейчас 2 сервера, потому что у нас минимум 2 мы поставили. И наша программка, как говорится, приложение заработает, ну, то приложение, которое они поставят по умолчанию. И это как его, ну, этот sample application. В общем, надо подождать, это возьмет на минут 5, может быть, да, где-то так. И все. Все готово, смотрите, все супер. Вот, кстати, URL для нашего приложения. Можно попробовать запустить. Запускаем. Congratulations, видите, все, наше приложение загружено. Супер, можете, кстати, скачать, если вам нужно скачать это приложение, которое они сюда загрузили. То оно и где-то... Здесь, вот здесь, application version, вот, просто download сделайте. Можете там... Это то, что я и сделал, я его просто скачал. И мы там изменения будем делать. В общем, sample application работает. Супер, видите, такое все зелененькое, красивенькое, все отлично. И теперь еще одну вещь нам в Амазоне осталось сделать, это сделать юзера для нашего Jenkins, чтобы у нашего Jenkins был доступ ко всему этому делу. Идем в IAM, вот, Identify, Users, добавляем юзер, давайте назовем его так и назовем, Jenkins. И нам нужен Programmatic Access, Permission, Attach Existing Policy, можно дать ему полный доступ ко всему нашему этому, как его вообще... Ко всему абсолютно. Можно делать эластик. И, блин, вот они здесь каши сделали. Дурацко. Можно это затянуть? Нет. Эластик. Или бинсток давайте напишем. Здесь все, эластик. Бин. Эластик бинсток. И где-то тут эластик бинсток full access. Вот, эластик бинсток full access. Только, то есть у Jenkins будет доступ только к эластик бинсток. Потому что в Амазоне много сервисов, и нам не надо всему все давать. Create user. И нам нужно сказать вот эти штукенции. Access key. Сохраните где-нибудь у себя. И secret key, который появляется только один раз. И все, и потом исчезает. Все это credentials нашего юзера Jenkins, который будет у нас все деплоить. Супер. В общем, где-то наш Elastic Beanstalk. Если у меня есть такие иконки сокращенные. Супер. Вот наша application, как говорится. Такая версия сейчас бежит. Это будет изменяться. PHP 7.2, можно это изменить.
И вот наша страничка. Мы тут будем менять. Вот эту надпись, допустим, вот эту разного цвета будем делать. И здесь картинку еще добавлю. Все, в принципе, мы закончили с AWS. Можно переходить в GitHub. Мы на GitHub. Давайте сделаем репозиторий. Называться PHP App for Jenkins, да? For Jenkins. Блин. Вот так вот будет называться. Клево. Public. Create. Все. Сюда нужно закинуть наш код. У меня есть код уже готовый. Мы сейчас его туда и закинем. Сейчас только вот это дело скопируем. В общем, вот у меня код моего PHP приложения. Это, в принципе, тот же код, который как бы как sample. Просто я туда еще и поизменял немножко. Картинку добавил. Вот мы здесь. Короче говоря, нам нужно сделать git init. Вставить вот эту строчечку. Git remote add region. Git status. Git add. Git status. Все добавляется. Git commit. Пишем version 1.0. Good. Git push origin master. Origin master. И мы закидываем, то есть, весь наш код в GitHub. И все, мы молодцы. Потом же закрыть. Если я нажму здесь refresh. Вот наш код уже есть в этом в GitHub. Супер. Так, ну что нам нужно делать? Пойдемте настраивать Jenkins вместе с нашим GitHub. Окей. Мы в Jenkins. Прежде всего, нам нужно установить плагин. Один плагин, который очень хороший плагин, который делает deployment в Elastic Beanstalk. Нам не надо ничего писать, там будет просто будет плагин все для нас делать. Поэтому мы идем Manage Jenkins, Manage Plugins, и в Available пишем Beanstalk. Есть два плагина. Я использую вот этот плагин, версия 0.3.19, он до сих пор 0.3.19. Почему я его использую? Во-первых, он работает, проверенный временем. И я повлиял на эту версию, могу сказать. Я вот этот плагин использовал уже на работе, когда я уже попал на работу. Мне нужно было сделать деплоймент в китайский регион. В китайском регионе немножко все по-другому в AWS, абсолютно все по-другому. И этот плагин не работал с китайским регионом. Я нашел этого чувака, который написал этот плагин, и написал ему: чувак, так и так, у тебя проблема, не работает твой плагин в китайском регионе. У него не было доступа к китайскому региону, чтобы протестировать. В общем, короче говоря, мы с ним все сделали. Я ему показывал, какой authentication string там есть в китайском регионе, и он немножко другой, отличается от других регионов. В общем, короче, эта версия была, если на GitHub его зайти, увидите там переписку мою с ним, кстати. И, в общем, эту версию он выпустил, она работает с китайским регионом. Супер, то есть вы это берете и устанавливаете. Install without restart, да. И тут фейл что-то. Сейчас, по-моему, если не ошибаюсь. Нужно обновить версии некоторых этих плагинов. У меня просто некоторые плагины, видите, версия 2.18. Это старее, чем требуется. Требуется 2.19. И называется pipeline step 15. В общем, пойдемте, да, обновим. А здесь что? Ну, здесь то же самое. Здесь зависит от этого, да. Короче говоря, ништяк. Manage plugins, updates. Вот pipeline step API, его нужно скачать и обновить. Пойдемте посмотрим, что у нас там установился он или нет. Manage plugins. Installed. Elastic Beanstalk Deployment Plugin. Вот он уже здесь. 0.3.19. Все стоит. Отлично. Рестарт сделался. В общем, все обновилось. Все готово. В принципе, можно начинать писать и наш красивый job. New item.
Вот у меня тоже есть Deploy to AWS Elastic Beanstalk, молодец. И Freestyle Project, окей. Сделаем полную конфигурацию, все красиво, что было. Поехали, это у нас this job will deploy our PHP code from GitHub to AWS Elastic Beanstalk. Супер. Discarded builds, да, тоже сделаем, чтобы у нас, ну, Jenkins не забегался. Максимально мы будем жать 5 билдов, чтобы стирал старые. И это GitHub Project. Project URL. Это мой Project URL, где она, ну, на GitHub весь наш код лежит. Вставляем это сюда. Это готово. Так. Source Code Management. Git у нас, да, у нас это все Git. Откуда берем? Оттуда же. Только ссылку берем, здесь git клон, и берем ссылку SSH. Вот эту, клон with SSH. И вставляем сюда, и сейчас я нажму здесь, выведет ошибка. Оп, не смог туда сконнектиться, почему? Потому что credentials надо было. Ну вот credentials у нас уже на прошлых уроках мы прописывали. Убираем, оп, сконнектился отлично. С мастер бренча все брать. И это будет hook, GitHub триггер у нас будет, то есть когда в мастер кто-то закинет, нам нужно будет это делать. Все, V поставили, готово. И только помните, да, нам нужно в самом этом еще прописать вот наш URL этого Дженкинса. Теперь нам нужно перейти обратно в этот, как его, в наш репозиторий, зайти в settings и добавить webhook. Webhook. Добавить webhook. Так. И slash github webhook. То есть и в формате JSON, да? Короче говоря, просто да, когда сюда на этот на мастер бренд что-то будет заходить, push event, позвать, короче открыть вот эту страничку, типа. Ну, эту страничку когда откроем, уже все остальное будет работать. Add webhook. Все готово, добавили webhook. В принципе, все, git мы настроили полностью. Молодцы. А Jenkins мы еще не донастроили. То есть мы пока что сделали, откуда брать код. И что код будет автоматический. Build environment, там вообще ничего не надо. И вот build. Мы сделаем build и post build. Post build у нас будет Chuck Norris. А build, вот что build. AWS Elastic Beanstalk появилась, видите, опция. Это опция у нас. И появилась, потому что мы инсталлировали плагин. Нажимаем ее. И здесь нужно все прописать. Теперь credentials. Какие credentials использовать, чтобы зайти в этот, в Elastic, как в Elastic, в AWS Jenkins? У меня ничего нет, поэтому давайте добавим. И мы добавляем, здесь появилась новая штукенция вот здесь, AWS Credential, видите? Тот же плагин. И ID, я считаю, всегда стоит делать. Jenkins AWS Beanstalk. Вот так вот. И description, ладно, не надо, или ладно. Jenkins access to a... Молодец. То это было access key и secret key. Это те вещи, которые мы тогда скопировали с вами, когда делали юзера. Access key и secret key. Все, добавляем. Готово. Теперь просто выбираем вот этот Jenkins access to AWS. Готово, выбрали. Где, в каком регионе, в наш AWS регионе наш проект? В каком у нас регионе? Мы в Ohio. Ohio это вот он. US East 2. Закидываем сюда. И number of attempts составьте. Это сколько раз он будет проверять, в общем-то. Нужно нажать validate credentials. Перепроверять, что все хорошо. Build client credentials, бла-бла-бла-бла-бла. Testing Amazon Service. Нашел столько-то бакетов. Нашел аппликацию, даже мою Jenkins App уже молодец. Теперь application name, который вы хотите апдейтить. Вот он application name. Нажимаю, если нажму сюда all application, вот application name Jenkins App. А это environment. Нам его тоже нужно ввести. То есть это копируется сюда. Заметьте, чтобы не было пробела в конце. Очень важно. И здесь environment name. Environment у нас называется вот так вот. Блин, где? Вот он. Jenkins app env. Вставляем сюда. Пробела в конце, видите, есть. Стерите пробел. Очень важно. Очень важно. Нажали validate coordinates. Environment found. Все, он нашел этот environment. Дальше. И что у нас делает, будет клонировать. Этот job вначале клонирует весь наш этот git.
И в этом гите, допустим, у вас там может быть куча фолдеров. Какой фолдер использовать? Мы весь фолдер использовать будем. Поэтому просто точку здесь ставить и больше ничего. Что include, что exclude, просто точка, то есть это все. И вот что интересно, это версии. Версию я вам считаю, как будет называться версия. Пока у нас версия называется, видите, как sample application. Можно здесь тоже написать что-нибудь, но мы хотим генерировать автоматически, это красиво. Поэтому давайте напишем вот так. Jenkins build и номер билда. Номер build у нас делается вот так вот. Build ID. И все, ну это environment variable самого Jenkins, в принципе. Build ID, то есть будет подставляться. И все. Все. Мы настроили, все готово. И можно сохранять и показывать и там как его работодателю. Серьезно, вот у нас job. Deploy to AWS Elastic Beanstalk. Он еще ни разу не запускался. И можно запустить его вот так, нажав сюда. А можно сейчас закинуть на GitHub чего-нибудь. Изменить там, допустим, этот текст немножко. И все. То есть пока наша аппликация, как бы наше это приложение выглядит вот так вот. Сейчас мы его изменим, потому что в GitHub уже код немножко другой. Но видите, ничего не произошло, потому что наш job еще ничего и не делал. И, ну, давайте запустим его вот так просто, да и все. Да. Проверим, что у нас все работает. Вот я нажал Build Scheduled. Вот он побежал. Можно смотреть, что он здесь делает. В общем, он склонировал все это дело, увидел message version номер один, commit, и начал using environment такой-то, creating version Jenkins build номер один. Ну, это и build, это единичка, это билды наши Jenkins. И начинает. Вот сейчас он приконектится к AWS, запаковывает. Кстати, что он делает? Он запаковывает весь этот, как его, код в zip-файл. Вот он уже его, он уже даже его сделал. И он его даже уже закинул, как creating, да, он уже его закинул его в Amazon. Этот такой temporary, это как бы временный файлик. И сейчас он этот zip-файл будет деплоить вместо вот этого. И увидите, здесь начнется, как бы если нажмем refresh, или даже не будем нажать, увидите, он начнет делать апдейт. То есть все, автоматика пошла. Ну это ничего не полная автоматика, это мы нажали кнопочку, чтобы автоматизировать. Но потом мы сейчас вам покажу пример, что мы обновляя это, как его, git, делая push в git, будет все автоматически. Ну, надо только подождать, этот job сейчас продолжит здесь писать, что он делает. И чудно. А я пока почитаю здесь Slack сообщение. О, видите, он нашел environment. И такой-то, бла-бла-бла. И status ready, moving on, updating environment такой-то, with version, который будет называться так. А ну, посмотрим, здесь что-то уже происходит. О, смотрите, началось Elastic Beanstalk Updating Environment. И он как этот делает апдейт, так как у нас два сервера бежит, кстати. Давайте я покажу, что у нас два сервера бежит. Не было раньше серверов, теперь бежит два. Вот они, Jenkins App Environment. Они будут обновляться один за другим, по одному. Не сразу два, а по одному. Вот и здесь он будет писать все это дело. Он обновляет один, регистрирует его слот балансером, проверяет, что все хорошо. В общем, и только когда там все хорошо, только тогда начинает другой. В общем, highly available. То есть вот это дело можно нажимать рефреши. Вот смотрите, сам picture уже, видите, появляется. О, здесь уже красного цвета появилось, кстати. Оп, и картинка моя уже тоже появилась. Что он тут додеплоил? Еще нет, наверное. А что в Дженкинсе? Дженкинс все пишет, видите, как бы ждет. В общем, пока Elastic Beanstalk скажет, что все хорошо. Это берет время, только так как мы делаем апдейт не all at once, то есть все вместе сразу одновременно, а по одному серверу. Все, Дженкинс закончил, все, зашибись. Теперь можно пойти даже вот сюда. Видите, Чак Норрис доволен. Отлично. Все зелененькое. Перейдем сюда. Refresh. Все, видите, running version Jenkins build 1. И вот она такая. Просто красный цвет и картинку я добавил. Вот, в принципе, и все. Можно теперь изменить чего-нибудь там. Давайте изменим и сделаем, типа, вот индекс PHP. Вот она, это наша PHP страничка, код этот. И давайте здесь, где congratulations. Пишем congratulations DevOps Engineer. И фонд еще здесь зафигачим. Font color. It's a gold.
И здесь закроем фонд. Вот все наши изменения, в принципе, да. Congratulations, DevOps Engineer. Все наши изменения. Зашибись. Все, давайте теперь просто запушим это в Git и в MasterBranch. И все готово. И автоматически все запустится, и Jenkins обновит нашу страничку. Здесь будет и другая надпись, которую мы еще только что сделали с вами. И... Вот так, git status, git add, git commit, version 2.0. Да? Типа там сильно большое изменение было. Git push region master. Все, закинули. Если перейдем сюда, по идее сейчас, через несколько секунд, оба видели, уже появилось. Запускается наш этот deployment Elastic Beanstalk. И сейчас он начнет бежать. Может быть, посмотрите, как бы его лог опять же, и кто его запустил. Вот он уже начал бежать. Можно зайти сюда. Консоль, кто его запустил. Started by GitHub push by ADV4000. Это мной. Все, начал, в принципе, deployment заниматься. Сейчас он тоже будет рад, потому что второй раз тоже все пройдет. Без всяких ошибочек. Все, наш билд бежит. И здесь это дело сейчас скоро начнет тоже обновляться. На Jenkins build номер 2. Откуда эти циферки берутся, помните, да? Это вот эти билды собираются. Вот это первый билд, второй, третий. Вот эта, циферка вот эта, в принципе, добавляется. И, в общем, это возьмет минут, наверное, как всегда, 5-10. Почему? Потому что у нас highly available. Он делает обновление одного сервера за другим. Если вдруг что-то произойдет не так, сделается rollback. И мы всегда сможем тоже rollback сделать. И, ну ладно, давайте подождем. И все, кажется, джоб наш закончился. Есть второй, last success. Можно поставить его лог полный. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Короче, все готово. Видите, он здесь писал, что... где тут написал? Current, текущий, как бы, версия Jenkins Build 1. И сейчас deployment делает Jenkins Build 2. Перейдем сюда. Здесь уже Jenkins Build 2, видите? Да, Jenkins Build 2 появился. И вот наша страничка. Делаем refresh. И... па-бам! Блин, некрасиво. Надо BR поставить здесь, правильно? Прямо вот сейчас сделаю. Прямо сейчас сделаю. Прямо вот не могу не сделать. Блин. Та-дам! Ну, магия киноиндустрии. В общем, чек мы передеплоили еще раз. Я заменил и забацал. И все, вот так, в общем, так все деплоится, как вы поняли, ничего сложного, вообще все просто-припросто, используя плагин, как бы в этом, и сделая такое задание, вы покажете, что вы знаете GitHub, настраивает GitHub с Jenkins, чтобы автоматический триггер делал, знаете плагины какие, которые они, может быть, не знают, знаете, что такое AWS Elastic Beanstalk, как прописываются credentials, в общем, классная штука. И так, для бонуса вам еще, видите, вот этот URL, да, он такой некрасивый и длинный. Привяжите его к домену еще, сделайте чуть больше. То есть вообще сделайте. В Амазоне делается просто. Идем в Route 53. Давайте я открою. Если у вас там есть домен, у меня есть домен купленный в этом самом Амазоне. И, в общем, вообще мне тогда просто. Не так, как если у вас нету его. И DVIT. Делаем рекорд. Назовем это дело DevOps, допустим. Alias. Выберем наш Elastic Beanstalk. И US, блин, East 2, да, по-моему? Где он там называется? Да, US East 2. Create. Вот у меня есть DevOps и DVIT.net. Такой сайтик. Может, уже прописался? Да, уже прописался. Все, готово. В общем, все. И смотрите, кстати, если вдруг захотите откатиться на предыдущую версию в Elastic Beanstalk, где это делается, Application Versions, все ваши application, все ваши билды здесь. Выбираете какой-то такой. Action. Deploy. И нажимаете просто deploy. И все обновляется на старую версию, на любую переходит. То есть это классная штукенция. Эти ваши билды сохраняются. Вот package. То есть как вот этот zip файл, который нам сделал наш Jenkins. Все здесь. И в общем-то, наверное, все. Да. Все. Всем удачи. Поверьте, этот урок хороший. И запомните, может, скачаете его даже, наверное. Это как бы вам показывает сразу такой deployment и pipeline красивый.
с Дженкинсом, с AWS, с GitHub, полностью рабочий, работает идеально. И, кстати, не поверите, но в продакшене есть таких несколько версий простых сайтов с PHP, ну, как бы не простых даже, которые я делал для некоторых клиентов. В общем, все. Всем пока, до встречи на следующем уроке. Bye-bye.